это абсолютно, что называется, известная задача. Но от того, что она известная, она не становится менее симпатичной и менее замечательной. Вы к этой задаче будете возвращаться очень много раз. Все новые и новые факты, и все в новых и новых ситуациях эту формулу будут применять. Так что в некотором смысле вся эта история у вас даже не на один год, а лет на 10. То есть, где-то вот в университет поступите, если вы на мехмат, вас опять этой формуле будут учить, только уже в другой ситуации. Я сейчас рисую много картинок. Вы должны для каждой из этих картинок сделать одно и то же. Посчитать, сколько у этой картинки вот этих самых вершин ребер, и посчитать, сколько граней. Сразу объясню, что такое вершина, что такое ребра, что такое грани. Вот скажем, если у вас есть треугольник, то у него три вершины, три отрезка, значит, называется три ребра, и у этого самого треугольника сколько граней? Одна. Это замечательно. Но вот писать я буду не единицу, а двойку. Объясняю почему. Потому что на самом деле есть еще бесконечная внешняя грань. Внутренняя и внешняя. Отлично. Теперь давайте. Я рисую картинки. А ваше дело для каждой из этих картинок посчитать. Четвертая картинка. Пусть это будет октаэдр. Октаэдр – это вот что такое. Многогранник, у которого все грани – это треугольники. И в каждой вершине сходятся четыре треугольника. Пятая – это будет куб. Обратите, пожалуйста, внимание, я все время рисую так, чтобы не было случайных пересечений. Это очень важно. У меня отрезки не могут пересекаться в нарисованных точках. Шестая картинка. Это тоже будет куб, только нарисованный... Ну, на самом деле, его очень часто так рисуют. Представили, да? Но единственное, ребята, надо считать, что вот это тоже вершина. Вот эти точки пересечения, это тоже вершины. А потому что у меня запрещено, чтобы отрезки просто пересекались. На каждом пересечении обязательно должна быть вершина. Так, хорошо. Что? А вот там, где две пересекаются в самой середине, там четыре грани и две. Нет, грань – это вот эти штуки. Грань – это куски плоскости, которые вырезаны, когда... Ребра – это вот эти отрезки. Раз отрезки, два отрезки, три отрезки. Понятно. Вот. Итак, седьмая картинка – это будет дерево. Рассказываю, что такое в математике дерево. Это когда у вас есть такие вот отрезки. Так, ребят, разумеется, заучивать слова, которые я сейчас говорю, совершенно не обязательно. То есть считается, что мы потом их еще раз когда-нибудь повторим, еще не надо специально сидеть и заучивать. Седьмая картинка. Давайте возьмем что-нибудь такое. Например, просто возьмем два квадрата. Два квадрата, которые имеют общую вершину. Вполне себе картинка. Треугольник, разрезанный на несколько еще треугольников. Так, и напоследок десятая картинка. Это, например, будет такая, не знаю, вряд ли у меня получится красивая собачка. Я сейчас иду и на всякий случай сам считаю и пишу ответ.
вы, пожалуйста, проверяйте, если я вдруг случайно чуть не так скажу, то, соответственно, меня поправляйте. Итак, вторая картинка. Раз, два, три, четыре, пять. Пять вершин. Что такое ребра? Это вот эти вот четыре стороны и это. То есть ребер пять штук. Грани, внешние грани, ну, тетраэдр. Ну, здесь понятно, вершин четыре. Ребер у тетраэдра, вот эти три отрезка, эти три отрезка. Ребер всего шесть штук. И грани, раз, два, три, и внешние будет четыре грани. Отлично. Четвертая картинка. Пошли считать вершины. Раз, два, шесть вершин. Теперь ребра считаем. Раз, два, три. Это внешние. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать ребер. И грани теперь. Так, раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, девять, восемь. Отлично. 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 Теперь 5. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 8 вершин. Ребят, вы не думайте, я наизусть не знаю, сколько тут вершин. Просто давайте, чтобы все было видно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12 ребер. И грани. Раз, два, три, четыре, пять. И внешняя 6. Отлично. Шестая картинка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять вершин. Десять вершин. Теперь считаем ребра. Это столько же, сколько было у дуба. Только вот это ребро поделилось пополам. Это ребро поделилось пополам. Это и это. Соответственно, добавилось 4 штуки. 16 штук. Между чем? А, вот оно! Да. Вот оно, спасибо, оно убежало от меня. Видите, да, 16 ребер, спасибо вам. 16 ребер. Так, теперь поехали считать грани. Внешняя грань. Это первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. 8 штук. Так, осталось чуть-чуть, ребята. Седьмая картинка. Заметьте, чем замечательно дерево. Там одна грань. Дерево не разрезает плоскость. Да. А сколько? Давайте, внешняя грань. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Разве нет? Всю внешнюю грань мы каждый раз считаем. Так, итак, внешняя грань в седьмой картинке одна. Давайте считать вершины. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Проверяйте. Все посчитал? Да. 14. 14 вершин. Ребята, очень важная штука. Когда у вас дерево, то количество ребер ровно на одно меньше, чем количество вершин. Это очень легко объяснить. Если вы берете дерево за какую-то вершину, объявляете ее главной, столицей этого дерева, то после этого, когда вы посылаете дорогу во все вершины, то можно поставить так вот стрелочки, и в результате во все вершины будут вести стрелочки. В каждой вершине ровно одна стрелочка. И на каждом ребре будет ровно одна стрелочка. Ну понятно, стрелочек столько же, сколько ребер, а в столицу стрелочки не ведут. Значит, на самом деле ребер 13 штук. Проверьте, пожалуйста, считайте действительно 13. Кстати, совет вам. Нарисуйте какую-нибудь свою картинку. 11 свою картинку. И посчитайте в ней. Восьмая. Очень просто. 4 ребра здесь, 4 ребра здесь. Значит, ребер 8 штук. Вершин, очевидно, будет сколько? 7, не 8. Потому что склеились вершины двух квадратов, поэтому вершин будет 7. А грани, очевидно, 3. Осталось всего 2 картинки. Так, ну здесь, конечно, быстро не посчитаешь. Давайте начнем с вершин. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Отлично, это понятно. По 6 ребер каждого направления. 18. Теперь считаем грани. Треугольничек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И внешняя грань. Получилось 10. Последняя десятая картинка. Здесь уже закономерности совсем нет, потому что это просто собачка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Есть посчитанные вершины? По-моему, нет. 17 вершин. 4 ноги. 4, 5, 6 с носом. Хвост это 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Проверяйте. У меня получилось 20 отрезков. 20? Да. И еще грань. Это легко. Внешняя грань. Раз, нос это 2, 3, 4, 5. У меня получилось 5 граней. 5 граней. Все. Подготовительная работа сделана. Будьте добры. Простая числовая закономерность. Закономерность должна быть не между строчками, а закономерность, которая удовлетворяет любая из строчек. Неужели не видите? Народ, анализируйте, ищите. Не может быть, чтобы не догадались. Да. Да. И три разных формулы. Да. Два. Дальше 5-5 разных формулы. Два вычитаем два. Да, дальше. 4-6 разных два. Ну дальше говори. 4 минус 2. Да. Дальше на следующий пример. 6, 12, разница 6, 8 минус 2, разница 6. Проще говоря, надо из последнего столбца вычесть двойку. Правильно? И не надо ничего писать. И тогда получится разность между количеством ребер и количеством вершин. Спасибо, правда. Вот она формула. Если из G вычесть двойку, то получится то же самое, что когда из R вычитаешь R. Разумеется, в таком виде это, наверное, запомнить совершенно невозможно. Понять, где там ребра, где что. Поэтому, для того, чтобы ее запомнить, всегда пишут следующую штуку. Вершин минус ребер плюс грань получится двойка. Будьте добры по всем строчкам проверить это равенство. Это называется формула Эйлера. Смотрим нижнюю строчку. 17 плюс 5, кто знает? 22. 22 минус 20? 2. Предпоследнюю строчку. 10 плюс 10? 20. Минус 18? 2. Предпоследнюю. 7 плюс 3? 10. Минус 8? 2. 2. Все согласны, что это действительно закон? Да. Отлично. Так вот, ребята, за одну минуту я сейчас его докажу и думаю, это будет правильное завершение нашего занятия. Оказывается, самый простой способ показать свою формулу Эйлера – это использование тряпки. Вот могучее орудие математики для этой задачи. Смотрите, вот у меня есть формула. Вершин минус ребер.
Ребята, если я сумею уничтожить одну вершину и одно ребро, то что получится? Вот это число станет на единицу меньше, и Г тоже станет на единицу меньше. В результате что у меня получится? Ничего не изменится, правда? Потому что вот это с плюсом и с минусом оба уменьшились на единицу. И другой приемчик. Если я одновременно уменьшу вот эти числа на единицу, и вершин, и ребер, то то же самое, ничего с этим не изменится. Согласны? Отлично, беру тряпку, подхожу к первому попавшемуся чертежу и говорю ему: здравствуй, чертеж, я пришел тебя стирать. Например, вот это. Беру вот это ребро и стираю. Получается потрясающая штука. Две грани объединились в одну. Значит, количество граней на сколько уменьшилось? На единицу. А количество ребер на сколько уменьшилось? На единицу. Ребро. Я тебя стер. Смотрите, во что превращается постепенно эта картинка. Между прочим, на доске написан термин. Что у нас получается после того, как мы стираем, стираем, стираем? Это называется дерево. Уже грани осталась только одна, бесконечная. Но граф все еще не распался. Ну, замечательно. Я уже больше не могу уменьшать количество ребер, объединять. При этом грани в одну. То есть это так, чтобы две грани объединились, а ребро стерлось. Так не могу. Но я могу стирать ребро и вершину. Согласны? Стер. Стер. Не так много осталось от картинки. И даже от этой картинки я сотру, оставлю одну точку. И теперь говорю, больше уже стирать не могу. Осталась одна вершина, ноль ребер, одна грань. Если я из единицы вычту ноль и прибавлю единицу, сколько получится? Два. Ребята, теперь, пожалуйста, самостоятельно любую картинку таким образом обработать. Ну, давайте я, чтобы не слишком много, давайте. Ребро убрали, две грани объединили. Ребро убрали, две грани объединили. Ребро убрали, ребро убрали. Каждый раз объединяются ровно две грани. Ребро убрали. Все, получилось дерево. А после этого по одной убираем вершину. Все понятно? Все, осталось опять одна.